Новая дебетовая карта с цифровыми активами. Согласно NewsBTC, WaveCrest объединился с TokenCard, чтобы создать карточку, которая работает исключительно с использованием смарт-контракта. По этой причине любой токен ERC20 на основе протокола эфириума может быть использован для ежедневных покупок. Ожидается, что в будущем будут представлены более конкретные детали, пока что никаких четких дат нет.